За последние 10 лет в автомобильных авариях погибли 350 тысяч человек. При этом большинство трагедий произошло по вине водителей. Самым распространенным происшествием с тяжелыми последствиями стал выезд на встречную полосу. По мнению президента, воспитывать культуру вождения в стране необходимо параллельно с ужесточением наказаний за нарушение ПДД. При этом часть полномочий по администрированию штрафов могут перейти местным властям. В последнее время звучит вопрос о передаче части полномочий по администрированию штрафов за нарушение правил дорожного движения. Наверное, об этом тоже можно подумать, имея в виду, что основную работу как раз муниципальные или там региональные власти и проводят по этому направлению. Некоторые регионы готовы реализовать программы по установке устройств фиксации превышения скорости на федеральных трассах. Цель – пополнение полученными средствами дорожных фондов субъектов федерации. По итогам совещания Вениамин Кондратьев отметил, что в Краснодарском крае в прошлом году количество ДТП с пострадавшими сократилось на 8%. Этому способствовал целый комплекс работ. Особое внимание краевые власти уделяли развитию дорожной сети. В 2015 году обустроили и отремонтировали 74 километра тротуаров, установили около 60 километров дорожных ограждений. Самое главное сегодня обеспечить безопасность на дорогах, в том числе и на период курортного сезона. Сегодня важно понимать, что отдыхающие должны ехать отдыхать, а не получить какие-либо увечья или иные травмы на дорогах Краснодарского края. Президент неоднократно обращал внимание, что сегодня это зона ответственности региональных властей, и сегодня в их компетенции сделать все, чтобы на дорогах была безопасность, и самое главное, нет ничего дороже человеческой жизни. Поэтому здесь не может быть экономии, не может никаких вопросов, связанных с тем, что сегодня не хватает средств на те или иные дорожные работы, придорожные работы. Кроме того, регулярно проводятся акции по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей, разъяснительная работа с водителями, а также конкурсы и викторины в детских садах и школах. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.